Признаки финпирамиды выявили в интернет-проекте TaskCat, так сообщили в агентстве по финмониторингу. Представители проекта предлагали выполнять задания за вознаграждение в 2500 тенге. За приглашение нового участника в схему начисляли от 5 до 15% от выплат. При этом организаторы финпирамиды продавали услуги пакетно. Им обещали доход от 100 до 1000%. По данному факту начата проверка. Новых участников также привлекали с помощью публикации истории успеха и фотографии победителей с дорогостоящей техникой. Системами мониторинга установлено, что сайт данной финпирамиды не функционирует. Ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений.